Красочное театрализованное представление, в котором приняли участие и взрослые, и дети, развернулось на площадке художественной галереи в Самарской областной библиотеке. Представительницы еврейского, башкирского, татарского, дагестанского, немецкого, армянского и русского народов продемонстрировали гостям умение носить как традиционные национальные, так и дизайнерские головные уборы. К сегодняшнему мероприятию мы практически готовились полгода. Для того, чтобы узнать, какой головной убор у каждой национальности, нужно было изучить книги, изучить рисунки, посмотреть исторические какие-то моменты. Просто так от головы я это не делала. Я консультировалась с теми женщинами разных национальностей, которые мне объясняли и показывали, как это делать. И вот из этого получилась такая коллекция. Коллекция получила название «Аллилуйя, женщины». Выступление участниц, показы зрителей, как всегда, встретили очень тепло. Кстати, самой юной его участнице, Агате Осиповой, всего 5 лет. Цель праздника не только продемонстрировать национальную моду, но и способствовать тому, чтобы женщины всех национальностей объединялись ради дружбы между народами, взаимопонимания. Администрация городского округа Самара неизменно поддерживает стремление национально-культурных центров к сохранению и развитию своей национальной культуры. И я думаю, что всем жителям города Самара будет интересно посмотреть на эту интерпретацию традиционной культуры, которую представил городской центр еврейской культуры Тарбут-Лаам. Каждое выступление сопровождалось узнаваемыми национальными мелодиями. Также представители национальных объединений исполнили свои популярные композиции и танцевальные номера. В ходе фэшн-показа прошло и театрализованное представление, посвященное празднику Пурим. Кульминацией встречи стала песня «Аллилуйя» в исполнении участниц всех национальностей. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События.